dvhub.ru. Очень важна для нас, для всех, помимо каких-то инициативных вещей, помимо вещей, связанных с обозначением тем, что вас волнует, и идеи, как различные вопросы можно решить, очень важна для нас обратная связь по тем направлениям работы, которые проводятся по развитию Дальнего Востока. Вы все знаете эти направления. Это они направлены в первую очередь были до последнего момента на экономику, на то, чтобы создать условия для и возможности для оживления экономической сферы, привлечения инвестиций и создания новых инвестиционных проектов. Это и механизмом является создание благоприятных условий для ведения бизнеса, для чего созданы были территории опережающего развития, режим свободного порта Владивосток, были принято решение по выравниванию тарифов на энергетику. Просто точка кипения – это прикольная штука, которую придумало агентство стратегических инициатив. Ну, так совпало, что тогда я там работал, поэтому я тоже здесь это двигал. В Хабаровске мы его сделали. Ну, просто потому, что мы начали с того, где больше концентрации, где есть возможность. В Хабаровске и Владивостоке сделали. Пока успеть. Вот. Если будет желание, кстати, такой же центр сделать в Кутузовском, никто не мешает. Я уверен, что мы его быстро сделаем. Но поймите, нет самоцели, чтобы точка кипения. Назовите не точка кипения, а точка бурления. Или кастрюли кипения. То есть сейчас ребята, роллер-скейтеры, они занимаются вот этими видами, да, спорта на улице просто. Вот, и в результате своей деятельности они как бы портят архитектуру нашего города. Плюс также травматизм там может быть. Как бы, ну и другие вытекающие из этого проблемы. Если их организовать в одном месте, то есть сделать под контролем, под каким-то, это уже будет лучше, я думаю. То есть направить их деятельность в одну какую-то струю. Ну, сейчас их просто нет в компетенции. А почему? Я, к сожалению, к WordSkills отношусь очень... Нет, оборудование. Ну, это больше фрезерные, станки, токарные, да, вот как в этих компетенциях. Готовим 8 еще дополнительно. Можно просто объяснять или там дополнительно мотивировать как-то. Но, ну, в общем, короче, тут требует некоторое уточнение. Проблема понятная, она, безусловно, крайне важная, но она требует пояснения. Если вы там, возьмете на себя некое обобщение ее и все-таки попробуете причины разложить, то тогда мы давайте спланируем действия. Но как бы сходу я готов с работодателями какое-то мероприятие провести по обсуждению, не по их стимулированию принятию какого-то решения пока, но хотя бы, чтобы у нас две стороны было. Вы подготовите ваши предложения, а они скажут, почему, на их взгляд, они не берут. И попробуем состыковать. Кстати, это хорошо сделать в рамках какого-то мероприятия. У нас какие-то будут мероприятия, но конгресс инженеров, но он еще не скоро. dvhub.ru